Так, друзья, я закончил работу с полами. Давайте вам покажу, что мы сделали. Вот то, что внутри вы видели на быстрой съемке, что мы сделали внутри. Также у нас осталось немножко этого ламината, то я решил покрыть багажник. То есть вот так выглядит внутри багажника. Все очень аккуратненько, свеженько. Ну, теперь предстоит работа уже внутри. Я буду перегонять трейлер в другое место. Возле станков будем начинать строить кабинеты. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы закончим все это. Новый день, новое направление. Сегодня двигаемся по покупке материала для изготовления кабинетов в нашем трейлере. Аура. Здесь можно приобрести практически любой материал по кабинетам. Я вам немножко покажу, сделаю обзор. Ну, вот то, что мы хотим здесь приобрести. Мне нужен всего лишь пока один лист. И дальше в сюжете мы покажем вам, каким у нас будет именно столешник. Так, мы находимся внутри такого склада. Здесь очень много разного материала, но то, что мне сегодня нужно, у них нет наличия, только в пятницу. То мне, конечно, не очень хочется ждать, либо надо что-то переиграть с цветом. Вот так вот. То, что мы хотели, то, что, может быть, я сделаю опять, переделаю. Итак, вот что мы приобрели. Два цвета. Один цвет для кабинетов, другой для наших столов. Посмотрим, как все будет.
привет! Хочу сделать маленький обзор того, что я сделал. Итак, на двух сторонах мы уже отстроили два кресла. Между ними идет столик. И, как вы видите, в более современном стиле я сделал, есть доступ, очень большой доступ для разных вещей, которые вы можете привезти с собой, пока вы развлекаетесь на природе. С этой стороны мы установили уже печку. Печка была установлена, просто мы все закончили. И главный щиток, там щиток электричества, все предохранители, все там есть. Спикер, колоночка. И у нас есть доступ, конечно, сюда под низ. Здесь мы видим, что это хитер, печка, которая нагревает воду. Здесь печка, которая выдувает, нагревает это помещение. Итак, вот такой небольшой доступ. С этой стороны у нас тоже есть доступ. Можно сверху заложить вещи. Ну и также сбоку. Сюда мы еще установим дверь. И я думаю, что будет все очень-очень хорошо. Внутри своего трейлера. Вчера поздно вечером я делал очередную работу, но было темно снимать, и я не хотел возиться со светом. Хочу показать вам то, что я сделал вчера. Итак, мы находимся внутри. Это вы уже видели. Этот шкафчик мы сделали. А вчера я сделал еще вот этот шкафчик. Здесь будет размещен холодильник, 3 кабинет. Сверху будет раковина и плита. Газовая плита. Не показал вам все, но сегодня намереваюсь закончить его и внутри также отстроить вот заднюю часть для матраса. Так что, ребят, потопали в сюжет. Так, дорогие друзья, у нас новый день. Мы продолжаем работу в нашем трейлере. Сейчас нам нужно будет их вырезать внутри для плиты и для раковины. Так что давайте потопали в сюжет. Из того, что мы сделали, давайте я вам покажу. Итак, мы установили раковину, установили плиту, холодильник и микроволновочку тоже поставили на этой стороне. Остается нам сейчас доделать дверь вот сюда. И некоторые вещи не хватает, и надо будет попробовать их найти.